Ну а для нас саммари этих 60 минут встречи. И в первые 40 минут матча заброшенных шайб мы с вами не увидели. Увидели попытки, неплохие попытки. Увидели по первому периоду абсолютную доминацию на льду Югры. Увидели, что оба вратаря очень здорово играют. Но самого важного в хоккее, собственно говоря, ради чего люди приходят смотреть за тем, как 10 человек на льду сражаются за каучуковый диск, мы с вами не смогли увидеть на своих экранах. Во втором периоде игра выровнялась. И хоть преимущество с точки зрения территориального и контроля над шайбой было все так же за Югрой, но по броскам было полное равенство 12-12 после второго периода. И здесь основная из причин, конечно же, нарушение дисциплины югорчанами. Сегодня было достаточно много неоправданных удалений и невынужденных удалений. То есть есть ситуации, когда нужно нарушать правила, дабы спасти свои ворота или помочь вратарю обороняться. Но, к слову, одно из таких удалений чуть было не привело к заброшенной шайбе, когда Медведев убегал один в ноль и чуть-чуть не хватило югорскому защитнику, чтобы переиграть вратаря соперника. Ну а вот свою заброшенную шайбу югорчане смогли увидеть, и мы сейчас тоже ее увидим, в большинстве. Первое же большинство Югры, и Максим Цыбин решает момент после классной передачи Авраменко. В последних матчах Авраменко выдает выдающиеся передачи в большинстве. Показывает Максим, что не празднует шайбу в ворота бывшей команды. Все мы его с этим понимаем. И ответ достаточно быстро был в исполнении Сокола. Прилетели в чужую зону толпой. И вот так классно разыграли. И сумел 10-й номер на гостей Кирилл Смирнов сравнять счет в этой встрече. Незадолго до завершения третьего периода. И казалось бы, что этот третий период будет так и окончен, не выявив победителя. Но югорчане были настырны, югорчане бежали и даже в меньшинстве старались создать моменты. Даже в меньшинстве Югра была опасна в этом третьем периоде. Отмечаем также работу Клабердаса, здорово все сделал. И вот этот побег Шутова Владислава, почему-то не показалось, Угольникова по игре, привел к тому, что Илья Авраменко получил возможность реализовать буллит. И он его реализовал, принеся победу Югре. Поздравляем Мамонтов с этой викторией. С вами был комментатор Ермаков Петр, режиссер трансляции Эдуард Кожухов. Любите хоккей, живите хоккеем. Пусть все в вашей жизни будет хоккей.